В Международный день футбола мы позвали в нашу программу, наверное, самого молодого и самого продвинутого поклонника Красноярского футбольного клуба «Енисей» Стаса Меркис, студента СФУ, уроженца села Казачинского Красноярского края. Стас ведет неофициальный аккаунт футбольного клуба «Енисей», и вот этот аккаунт считают одним из самых ярких твиттеров про российский футбол. У него больше 12 тысяч фолловеров, ну и в его ленте можно найти переписку с Романом Широковым, Сергеем Галицким, ну и прочими футбольными селебрити. Стас, рада тебя видеть в нашей студии. Взаимно. Доброе утро, Стас. Скажи, все-таки Казачинская, откуда ты родом, но далековато от футбольной жизни твоей любимой команды «Енисея». Как пришла такая идея вообще аккаунт завести? Ну, если ты любишь команду, то ты будешь, как говорится, за ней следовать везде. Я считаю, что 200 километров, ну, это расстояние, в котором я раньше жил, от Красноярска, это, ну, небольшое расстояние для дороги, и посещать матчи можно было. Ну, а что касается социальных сетей, то в один момент желание поддерживать команду переросло сделать что-то большее. И вот я завел Твиттер, ВКонтакт, вот сейчас еще Инстаграм есть. Ну, то ходят есть слухи, что вообще все началось-то с шутки. Твиттер-то начался сам, как бы, обычно с новостного какого-то сообщения, а как бы новая история в рамках этого Твиттера пошла с того, что после одного из матчей махачкалинского «Анжи», когда он играл в высшем дивизионе, он проиграл, потерял шансы на сохранение прописки, то есть вылетал в ФНЛ, где играет «Енисей». Ну и я в рамках шутки думал, что пишу в свой аккаунт в Твиттере, написал, что вот ждем «Анжи» вас в Красноярске, а выяснилось, что я написал в «Енисея», и в итоге вот так вот все закрутилось. Да, там гневные послания от махачкалинских болельщиков, там ретвиты, вот так вот все пошло. Ну, собственно, это, наверное, и помогло каким-то образом даже добавить фолловеров. Кто-то подумал, кто же такой дерзкий, тут в Красноярске пишет такие вещи. Вообще, откуда берешь новости для своего твиттера? Новости в смысле... Для аккаунта. Нет, в смысле новости как новости или новости как шутки? Нет, новости как новости. Новости как новости. Но если об этом, то это различные новостные сайты, спортивные, может, там, из клуба, так, кто-нибудь скажет новость по секрету, да. А вот часто такое. Такая секретная информация вливается? Ну, какая у нас «Енисей» секретная информация, ну, там так, по мелочам, кто куда уйдет, может быть, вот. Это же, как бы, все равно не такой клуб, от которого, там, зависят, там, букмекеры, там, вот в этом смысле. Какая самая громкая история, может быть, связанная с «Енисеем»? Ну, громкая самая история, я считаю, что это переписка с полузащитником сборной России московского «Спартака» Романом Широковым, когда я предложил ему перейти в «Енисей», написал от руки контракт, он ответил, сказал, что может перейти, высылайте мне контракт. Ну, мы выслали почту, к сожалению, он не дошел, и на этом все закончилось, да. А любишь так подшутить над игроками других команд? Через соцсети. Да, как бы люблю это я, как и понял, что любят это и простые болельщики, потому что это весело, смотрится забавно. Ну и все равно российский футбол не является таким ярким товаром, который хотят, как бы, смотреть, можно сказать. Поэтому вот шуточная форма — это одна из таких сторон, с которой можно преподносить. Ну, форма привлечения внимания, да, определенного, да, 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 к российскому, да, футболу. Да. А ты вообще знаком сам лично со всеми футболистами нашего «Енисея»? Да, с футболистами общаемся, они меня знают, я их знаю. То есть с этим, как бы, с проблем с коммуникациями с ними нету. Но ты как-то вот какую-то, может быть, мечту свою жизненную связываешь с этой самой командой? Хотел, ну, бы что-то вот такое, чтобы, может быть, даже под Новый год сбылось? Как бы банально не звучало, хотелось, чтобы «Енисей» вышел в премьер-лигу. Но это, вот говорю, это банально уже, все болельщики «Енисея» хотят. Но если говорить, да, о личных целях, ну или даже не цель, просто желание, то хотелось бы на какую-то выездную игру вместе с командой слетать. Вот так как вот. Приглашенные уже болельщики, такой неофициальный... Как можно быть, как блогер, практически, да, такой неофициальный, ну, пресс-атташе. Можно и так сказать, да. На заметку возьмите наши уважаемые футболисты. Именно этот человек продвигает красноярский футбол. Стас, расскажи, наверняка ты для себя уже определил какие-то правила, может быть, они негласные, для того, чтобы сделать аккаунт более популярным. Что нужно делать, что не нужно делать, какие темы затрагивать, какие нет, может быть, какие фотографии размещать. Что больше пользуется откликом, больше там собирает лайков, либо ретвитов в данном случае, если это Твиттере речь. Ну вот если, да, говорить в рамках футбола, если это вот
это должен быть какой-то новый формат, во-первых. Ну, это тоже как бы банально звучит. Если ты хочешь чем-то выделяться, что у тебя должна быть какая-то изюминка. Вот и у Твиттера Енисея получается шуточный формат. А это его главная особенность. Вот. Ну а по правилам вести себя корректно все равно это отражается на качестве твоих читателей, на качестве твоего контента, который ты публикуешь. То есть вот так вот. Но если шутки, то они должны быть ну, не пошлые, не глупые. То есть вот. Ну да, всегда же есть грязь, которую нельзя переступать, да, могут да, и закрыть всегда любое. Аккаунт и все такое прочее. Да. Скажи, а ты сам-то играешь в футбол? Ну, играю, думаю. Все играют в футбол, но... Ну, смотря играю. На каком уровне. Ну, да. Вот так с друзьями, то есть любим поиграть. Во дворе мяч погонять. Да. А вообще вот. Жизнь свою дальнейшую с чем связываешь? А я не знаю. Да, потому что как-то каждый раз происходит что-то новое, планы меняются, и поэтому как-то... загадывать. Вот. Перспективы размыты, да. Так же, как во всем российском футболе. Но на сегодняшний день ты студент Сибирского федерального университета. Да. На каком направлении, в каком институте учишься? Институт экономики, управления и природопользования, государственное и муниципальное управление. Стройте, пожалуйста, побольше футбольных полей. Ну что же, большое спасибо. Стас Меркес был у нас в гостях, студент СФУ, уроженец села Казачинское Красноярского края, который стал одним ведущим одного из самых ярких твиттеров про российский футбол.